Ну что, дамы и господа, всем доброе утро. Знаете, что мне было очень интересно? Я за что люблю такие события? Я вообще люблю форумы, организовываю форумы. Я люблю это автопати. Ну как бы это же лайфстайл. Похлопайте, пожалуйста, те, кто вчера хорошо отдохнул. А, вот оно, да? Вот это прям моя любимая часть. Ну что, давайте расскажу немножко о себе. Здесь уже была какая-то информация. В целом, да, то есть немножко вводную дам. Что мне нравится в нашем бизнесе? В том, что по факту я сейчас не буду вас ничему учить. Я поделюсь опытом. Все, кто входит на эту сцену, на форумах, мы просто делимся своим опытом. И у вас есть вариант. Это либо откликается вам, либо нет. То есть таким образом у нас складывается такое бизнес-сообщество органическое. То есть мы никого там насильно за собой не тащим. Это некий фильтр. Да, на адекватность, на бизнес-сообщество, откликается, не откликается. И вот эта тема была здесь по поводу того, что я работал один раз в жизни в найме. Да, это была первая работа у меня. Я был мастер алюминиевых конструкций на каком-то заводе, 18 лет. То есть что делают 18 лет люди летом? Ну, явно не в цеху, да, там что-то делают. И там получилась такая история, что с тем, с кем я работал, там был один ВДВшник, который там всю жизнь ходил на работу в тельняшке. Второй военный фельдшер, третий наркоман. И, короче, они там все родственники как-то оказались, они все это работали, там все они там алюминий таскали. Короче, история-то про что? Мне обещали 30, ну, по 10 тысяч в месяц. Я такой думаю, так, 3 месяца отработаю, это же 30 тысяч. Заработаю, типа за лето. Это же нормальные деньги. Я был очень удивлен, когда мне заплатили 8 тысяч в конце следующего месяца. То есть я вообще там схемы не понял, типа это как? То есть я, получается, у мамы денег взял, чтобы ездить на работу. Говорю, ну, в конце месяца отдам. Говорит, не, ребят, говорит, в следующем. Получается, я деньги взял, ну, заработал, отдал маме. И типа надо опять денег взять, чтобы еще месяц отработать. И я там сразу уже не понял, ну, не моя схема. Прям вот, ну, нет, там вообще делать нечего. И это же круто. То есть вот для меня это было то, что, ну, прям вообще без вариантов. И те люди, которые там работали 10, 20, 30 лет за выслугу, зарабатывали на 20-30 тысяч больше, чем я в сезон. И я такой, то есть это я, ну, в будущем по факту, это моя перспектива. Вот, и в целом сегодня моя тема достаточно интересная. Это причины роста команды. Я не сразу въехал в этот бизнес. Мне откликнулась идея. Сначала мне откликнулась идея. В 2015 году, когда мне Иван Сорокин, Наталья Сорокин, Саша Свистунов рассказали про эту идею, она мне очень понравилась, потому что я с организацией мероприятий, мне нравится эта идея, тусовка, думаю, рекомендации, круто. Я поработал где-то месяц. Что-то не получилось, потому что был один в городе, там не все еще въезжали, что происходит. И я оставил эту историю. То есть это тоже как одна из причин, почему я вернулся в этот бизнес. Я купил его в 2015 году. В 2018 он стал лучше. То есть я оплатил абонентскую плату и включился в бизнес. Если мы с вами это сделаем, ну, пример перенесем на обычный линейный бизнес, там так не получится. Да? То есть мы с вами открыли какой-то бизнес, нельзя к нему вернуться через полгода, через год, через три, через пять. Он по-любому сам себя съест. В бизнесе, в линейном, есть расходная часть. И в 2018 году я уже потом, ну, такое осознание пришло, почему в 2018 году я включился, потому что я увидел, что уже кто-то этот рынок развивает, со мной или нет, он будет развиваться. Я увидел наклейки UDS в магазинах, там, в ресторанах. Я такой, блин, у меня же эта штука есть. И получается, то есть мне понадобилось 3 года, чтобы осознать, что ну, тему-то нормальную купил. Она до сих пор жива. И самое интересное, я понял, почему уже потом включился, потому что появилось бизнес-сообщество. Это то, что меня здесь держит. Это то, где мы там друг за друга горой. Это то, где я, не имея опыта в бизнесе, пришел в бизнес, и меня предприниматели, каждый суперсила у каждого своя, да, в каждой своей нише, помогают мне делать бизнес. Бля, у меня аж мурашки пошли. О! Вот еще раз вдумайтесь. Я, не имея опыта, прихожу в бизнес-сообщество, и мне предприниматели помогают делать бизнес, а я помогаю делать им. Это же вообще, ну, синергия просто потрясающая. Нигде такого нет. В линейном бизнесе все конкуренты. Мы это сейчас отслеживаем в бизнес-сообществах. Там, ну, там где вот, ну, не заинтересованы друг в друге, там прям конкуренция. Поехали. Как создать большую команду за первый год? За первый год понятно, что большую команду я не создал, но это, наверное, тема про осознанность. Когда я осознал, как это сделать, почему, собственно, я там в этом году сделал какой-то прорыв, потому что приходит осознание. Поехали. Смотрите, первое, что надо сделать, включайтесь в бизнес, первое, что необходимо сделать, это изучить маркетинг-план.
нужно понять, сколько максимум я могу с этого бизнеса взять. При любых раскладах, там, сам работаю в команде, настраиваю рекламу, там, что-то делаю еще, что-то еще. То есть мне нужно понять на старте, изучить маркетинг-план. Это то, что я не сделал на старте. Пример. Макс Огородников, да? Открытие регионов. Сегодня был на сцене, он там, теперь входит в совет директоров, город Калининград. Это тот человек, который изучил на старте и буквально там, за 4 месяца забрал, там, ну, заработал больше $26 000. Человек просто изучил маркетинг-план. Он говорит, так вот здесь вот так можно сделать, можно денег больше заработать. То, что не сделал я на старте. Поэтому это рекомендация. То есть, чтобы была стратегия, что можно сделать. Дальше. Взаимодействие с кураторами. Вот здесь важная тема. То есть здесь вот, вот эти люди, которые сейчас находятся на экране, это те люди, которые по факту, ну это мои менторы, да, то есть это мои наставники. Они же просто так в жизнь не приходят, правильно? То есть к нам же люди приходят в жизни для того, чтобы нас чему-то научить, или мы там чего-то научились у них, или там их обучили, то есть какой-то обмен опытом. Александр Свистунов, тот человек, который включил меня в 2015 году, за что ему огромная благодарность, он меня 3 года, то есть он на мне крест не поставил. Он периодически со мной выходил на связь, там, Макс, что как дела, смотри, там у тебя команда растет, Макс, что как дела, и так вот из года в год, потихоньку со мной общаясь, по сути, ну, теперь я здесь, благодаря ему, за что ему огромная благодарность. Дима Соловичук – это тот человек, который… Я оказался у него в команде, да? И по факту там, он не… Тогда казалось, что в 21 год он типа намного моложе меня, а тут, оказывается, недалеко парень шел-то, когда нам ближе к 30. Где-то рядышком находимся. Это тот человек, который я видел, как он начинал и кем он стал, да? То есть какие трансформации прошли, как он говорит там… Раньше на меня, там, можете зайти в Инстаграм, там без слез раньше на меня не посмотришь. Типа, там, я такой предприниматель был. Этот человек тоже очень многому, то есть то за что он стал, как у тебя номинация, господи, столько номинаций. Партнер года, да, то есть это, ну как бы, за стойкость, да. Это то, о чем говорил вчера Вячеслав. Как бы этот человек шел, ну, несмотря ни на что, шел, да, и как бы этому надо учиться. Наталья Сорокин, Иван Сорокин, это люди, которые… То есть, короче, если у меня что-то не получается, я звоню этим людям, как Вячеслав Хушенин заходит к Диме на страничку, такой, никаких сомнений, все, работаем дальше. Поэтому по поводу кураторства, по поводу того, как взаимодействовать с куратором, важный момент. Важно взаимоуважение. То есть нужно выстраивать отношения с теми людьми, с кем ты делаешь бизнес. Потому что, например, у меня есть люди, которые не заинтересованы в бизнесе друг друга абсолютно, то есть в нашем бизнес-сообществе, но они друг другу помогают. Это дает колоссальный результат. Одно дело, когда ты один работаешь, другое дело, когда ты работаешь в бизнес-сообществе. Задача простая. Вот этот важный момент – принять правила игры. Это, знаете, история про то, когда типа мы в России там сдали с вами на права, приезжаем в другой город, а там правостороннее, левостороннее движение. Да, то есть вы можете как угодно кататься там на правостороннем движении, типа говорить, я вот так научился, ну вы 100% будете попадать в аварию, правильно? Ну без вариантов. Пока вы не примете правила вот этого, вот этой страны, тогда у вас все будет получаться. И вот мои действия легко должен повторить, даже должна повторить 18-летняя блондинка. Почему 18-летняя блондинка? Потому что у нас есть такие девчонки, есть еще и моложе, которые делают этот бизнес. И я за этим постоянно наблюдаю. То есть приходят предприниматели. То есть еще раз, неважно, какой у вас бэкграунд. Там, вы работали много в найме, у вас там бизнес столько-то лет, еще что-то, но возраст у вас не имеет значения. Если вы в этом бизнесе делаете что-то, что не может повторить 18-летняя блондинка, этот бизнес расти не будет. То есть простота действий позволяет масштабировать этот бизнес. И людям легче, ну, то есть людям интересно работать со мной. Почему? Потому что я им говорю, что нужно делать. Я говорю, ты это сможешь делать? Он говорит, да, я говорю, красавчик, ты можешь делать этот бизнес. То есть люди, я пришел на простоту этого бизнеса. Дубликация или магия удвоения. Вот если мы прямо вот сейчас все стерли и просто вот с нуля. Вот этот бизнес, это весь бизнес. Вот этот бизнес-план, который позволяет зарабатывать сотни тысяч долларов, сотни тысяч рублей, сотни тысяч долларов. И то, что позволит зарабатывать миллионы, но действия не меняются. То есть по факту, какие мои действия сегодня, как человека, который в этом бизнесе чего-то добился. У меня есть список, я делаю звонки, я провожу встречи, я знакомлю предпринимателя или потенциального партнера с другими людьми, чтобы помочь ему разобраться. Что делает новичок в нашем бизнесе? Пишет список, делает звонки, рассказываем про UDS, знакомим с другими людьми для того, чтобы помочь разобраться. Все. Это 100% вариант, это прям можно заскринить, это вот весь успех бизнеса.
простой очень. Принцип этого бизнеса. То есть первое, то есть я не могу требовать от своего партнера то, чего я не умею сам. Это, знаете, как пример, наверное, фитнес-клуба. Знаете, приходите в фитнес-клуб, если я буду диктовать тренеру, что надо делать мне, будет странно, не правда ли? То есть если я хочу, чтобы у меня была там хорошая фигура, мне нужно выполнять рекомендации тренера. Буду я их рекомендовать или нет, да, вот кто тренируется, да, там, он же прописывает какие-то диеты, еще что-то. Не все их соблюдают. Соответственно, здесь то же самое. То есть куратор дает вам рекомендации. Если вы это делаете, у вас получается результат. Первое, что мне необходимо сделать в этом бизнесе, самостоятельно научиться. Писать список потенциальных моих друзей, с кем мне хочется делать этот бизнес. Дальше мне необходимо сделать звонки, пригласить их в бизнес, рассказать, показать. Дальше что я делаю? Они меня спрашивают: Макс, а что надо делать? Я говорю, все просто. Пишем список, звоним, проводим встречи, помогаем разобраться. То есть по факту, еще раз, я научился сам, я научил другого партнера, и дальше моя задача, чтобы масштабировать этот бизнес, помочь партнеру обучать других людей. Но простым вещам. Вот здесь важный момент посещения всех событий. То есть вот почему я приезжаю на каждое событие компании. То есть железобетон — это якорные мероприятия, итоги года и день рождения компании. Это каждые полгода события. Для чего? Потому что по факту это мой бизнес. То есть я не могу не приехать в свой бизнес. Ну, нелогично. Следующий этап – это моя компания. То есть здесь нужно осознать, что это не чья-то другого человека компания, это моя компания. То есть я не могу не приехать там на свой корпоратив, я не могу не приехать на свой день рождения. Ну, нелогично. 100%. Это все мое, то есть это мои события. Для чего я это делаю? По факту для того, чтобы синхронизироваться. То есть вот вчера вы услышали информацию, которую я в том числе услышал впервые, и мы прям сидели за столиком, там уже считали просто, ну, считали, короче, прибыль. То есть для чего? То есть для чего я посещаю? Чтобы понимать, куда компания смотрит, куда она идет. Чтобы какие-то свои, какие-то уже поставленные цели, стратегию чуть-чуть скорректировать, чтобы быстрее добиться цели. То есть я должен посещать эти события. Система работы, инструменты для бизнеса. То есть по факту у нас ежедневно проходит огромное количество событий. В онлайн, офлайн, это бизнес-ужины, это бизнес-завтраки, это онлайн-планерки, это бизнес-форумы, это зумы там постоянные с разными городами, с разными странами. То есть по факту моя задача просто расписать себе линейку событий и подстроить свои планы под эти события. То есть моя задача просто, чтобы мои потенциальные друзья, там, партнеры, с кем я хочу делать этот бизнес, могли посетить эти события онлайн или офлайн и узнали о том, что есть такая возможность. Будут они со мной делать бизнес или нет, мне какая разница. Но сейчас у нас есть такие кейсы в Омске, когда люди в 2016 году, там, им кто-то рассказывал в 2016, в 2017, в 2018, в 2019, в 2020, в 2021, и они пришли на площадку. То есть люди просто знали, что этот человек занимается этим бизнесом, спустя 10 лет они к нему вернулись и стали клиентами, и завели сразу там 7 бизнесов на эту платформу. Просто зашел холдинг. Почему? Потому что когда-то человек просто рассказал: ребят, если что, по UDS это ко мне. Такой интересный факт, что этот бизнес он может догонять. То есть не всегда люди на первой встрече скажут: да, это мое, это круто и так далее. То есть люди не всегда понимают, что это. Еще раз, дубликация. То есть по факту я ответственен за свой бизнес. Вот этот список, звонок, встреча, трешка. И по факту, посещая события, я 100%, я эти события создаю. То есть это уже пятый и шестой. По факту пятое неизбежно я посещаю, шестое — это если вы хотите масштабировать бизнес, зарабатывать больше денег, вы просто со временем научитесь этот бизнес делать, научитесь его создавать события. Большие события для того, чтобы не одному своему другу рассказать, а можно там 10, 20, 30 человек пригласить, потратить то же самое время, но по сути оповестить большее количество людей. И чем нравятся большие события, в том, что предприниматели сегодня, они, ну, им грустно на самом деле, скучно, грустно, потому что прессуют со всех сторон. Ну, прям реально прессует. Я просто есть вот третий год являюсь членом Опоры России города Омска, и там постоянные разговоры, то там налоги, их там прессуют, там закрывают, постоянно какие-то совещания. Ну, они прям вот каждый день в чате переписка, вот ну не так сегодня, как, ну вот прям я не хочу. Они какие-то вещи обсуждают, я в них вообще не шарю. Но они каждый день с чем-то борются.
ну прям каждый день. И им очень нравится бизнес-сообщество. Они меняются, со временем они меняются. То есть предприниматель привык толкаться локтями, как-то там соперничать и так далее. Когда они в нашем бизнес-сообществе, они очень сильно удивляются. Почему эти люди, я их не знаю, но они выходят и мне помогают. Говорит, я тоже так хочу. Я хочу, чтобы мои близкие предприниматели, друзья тоже здесь были. Все экологично. В чем мое отличие меня без команды и с командой? Без команды, по факту, я тот человек, который, ну я ИП. То есть я ИПшник, я там таксист, я в такси как-то работал, там типа сам на себя попробовал. По факту это же самозанятый был, да? Это было давно, но сейчас это типа я самозанятый был. Но по факту все люди, которые там делают какой-то либо бизнес, который от них зависящий, типа там ногти делают, ресницы, волосы и так далее, то есть я там сам мастер, там по факту ну, нет больших перспектив, потому что есть человеческий ресурс, есть время, вы заболели, денег нет. Чем отличает меня с командой? Да по факту все просто. Команда дает силу, во-первых. Да? То есть это же, представляете, много-много-много-много. А, это да, кстати, фотка такая прикольная. Это я так форум открывал. Там получилось так, что это было в момент Хэллоуина. Да, Хэллоуина, и я такой костюм не сдал, такой думаю, ну типа надо просветить всех. Собрались предприниматели, я прям там с Библии вышел, такой, значит, это все сделал. Но прикольно, прикольно же. Можно делать что угодно, короче. И это всем нравится. Команда дает силу, потому что, ну, блин, это тысячи людей. Еще раз, тысячи людей. Это не люди, которые хотят похудеть. Нет, может, кто-то хочет, я хочу похудеть постоянно. 2 года подряд уже сжигаю свой этот, не жир, да, абонемент. Кто-то здесь тоже есть такой, да? Сашка Староверов там как-то заставил меня купить 2 штуки и сам тоже сжег его. В Москву переехал, похудел. Я понимаю, что надо делать. Надо в Москву ехать жить, чтобы похудеть. Это потрясающие люди. Это потрясающее бизнес-сообщество. Это те люди, с которыми мы встречаемся. У меня нет в этом бизнесе ни одного из моих там, одноклассников, с кем мы там жили на районе, потому что там разговоры другие. А здесь мы просто вот сидим такие, а, новая инфа. Короче, так, смотри, страны, давай вот это заберем, вот это, давай вот это сделаем. И там вообще другие истории. Это потрясающе. Второй момент. Команда дает свободу. То есть это то, что я осознал в момент… То есть супруга меня в первые года не очень поддерживала на самом деле. Но я знаю почему. Потому что не было 3-шек. То есть представляете, я пропадаю все время, что-то происходит, денег нет, он постоянно куда-то пропадает, что происходит непонятно. То есть ну дома нервяк. Потом она один раз, значит, я его вывез на итоге года. Она говорит, ага, вот что тут на самом-то деле. И супруга меня начала поддерживать, и у нас все пошло. Поэтому это тоже важный момент для некоторых людей. Обязательно свою вторую половинку приобщите к этому действию, чтобы человек понял, чем вы занимаетесь. Я вижу, как растет мой сын по факту. Мы постоянно путешествуем. Благодаря компании в прошлом году я впервые выехал за границу. То есть у меня были там какие-то свои моменты. Но в целом, то есть я вывез свою супругу за границу, себя вывез впервые. Мы полетали в Каппадокии на воздушных шарах. Да, там, типа, то есть там очень круто вышло. То есть это все благодаря чему? То есть я вижу, как и сын растет. Благодаря этому у меня сын ходит в частную школу. То есть я могу себе это позволить. И при этом у меня свободный график. И вот здесь будет Дубай, да, вот то, о чем сегодня ребята уже тоже говорили. То есть одной фотки не хватает. Завтра утром мы улетаем в Дубай, то есть за счет компании. Это же круто. То есть представляете идею? Вы заработали много денег. Компания говорит, красавчик, на съезде отдохни. Типа, вот тебе еще денег. Съезди отдохни. Это ж круто. Это прям то, что заставляет ну, оставаться здесь, быть. И, блин, ну это потрясающий рост. Еще раз вернемся к тому, что мы не про худеть, да? Мы не про, там, про кожу намазать, да, и так далее. Там вот эта история. Мы про деньги. Мы прям про деньги. То есть мы помогаем людям экономить бюджет, мы помогаем бизнесу зарабатывать больше денег. Помогая бизнесу зарабатывать больше денег, мы зарабатываем деньги. Это же вообще кайф, по факту вин-вин-вин. Ну и такая фраза, это она у меня была в Калининграде, позвонил мне сынок на онлайн. И я такой что-то уставший, там что-то мы с ним в кафе, он говорит, папа, ты хоть отдыхаешь? Я говорю, сынок. Как папа работает, многие так отдыхают. И я такой, опа. И как бы Дима такой, солочек такой рядом сидит, такой, точняк, точняк.
three, four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive. Six, seven, eight, feeling great. Nine, gonna shine, life is good. I'm doing five, ten, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final light to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency, come on and sing, oh. И это только это малая часть на самом деле, потому что там столько путешествий благодаря компании, там просто все не влезет. Ну и, собственно, если ты не собираешься отнимать деньги у людей мошенничеством или силой, они будут тебе их приносить за ту ценность, которую ты приносишь на рынок. Спасибо.